Итак, всем привет, это 16-я серия нашего прохождения игры Mercenaries 2 World in Flames, и мы собираемся штурмовать бункер Солана. Я так понимаю, что это будет нифига не последняя наша миссия, потому что я точно знаю, что в игре еще есть как минимум две группировки неоткрытые. Я так понимаю, что мы в бункере Солана-то не найдем. Но Мюй пока этого не знает, что там нету Солана. Поэтому потихоньку, полегоньку продвигаемся. Так, где-то... Что такое? Кто стреляет? Слышь! Спи. Так, мне надо, там какая-то бомбардировка есть. Я хочу ее, эту бомбардировку. Угу, здесь не проходим. Что-то я не понял, а как туда забраться? Это здесь вот похоже как-то. Джунгли зовут. Твою мать. Да хватит уже, ну. Давай, 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 давай. Туда, 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 туда. Говорю ей туда. В смысле, ну, стик поворачиваю в нужном направлении, а она нифига туда не прется. Так, ну где-то здесь. Вот оно. Что это у нас? Тоже бомбардировка, да. Заберем, чё бы нет. Давай, давай. Так, забраться-то я сюда забрался, как мне отсюда выбраться? Вот что. Меня интересует нафиг. По дороге пойдем. Я думаю, что есть смысл вообще танк призвать. Так, а ну-ка, отдай вот это вот. Этот Редван мне пригодится. Погнали. Я гражданский. Не надо меня бить. Так, правильная дорога. Поехали по этой дороге. Заодно будем посмотреть по сторонам, не будет ли... О-о-о-о-о-о. Так, скорпиончик, да? Скорпиончик, да-да-да. И всякое такое. Ладно. Сейчас тогда призовем танк. Мать, да что ты будешь делать? Какой же у тебя разворот-то? Уж очень широкий. А, вот оно что. Одна бесплатная бетонобойная. Понятно. Бомбардировка, набор РПГ. Не-не-не-не-не. Вот оно что. Мне отдают ее бесплатно, эту бетонобойную бомбу. Так, транспорт. Тяжелая. Мобильный ПВО, легкий танк. Давайте вот эту, что ли, попробуем. Американского, но он все равно танк. Угу.
Логично, елки-палки. Так, надувная лодка мне тут точно не пригодится. Так что давайте вместо нее и поставим это дело. Давай. Танчик мне запили. Ай, блин. Идиот. Идиот, а! Зачем ты оттуда-то поехал, а? Полететь можно было вон оттуда, то есть это самое спереди, можно было со стороны реки. Нет, он полетел именно туда, где стоит, блин, ПВО. Вот падла, а. Реально. Конечно, легкий танк у меня все, сдох. У меня весь легкий танк. Нет, он идиот. Реально. Сука, надоели вы. Я просто зол. Из-за того, что он так... просрал мое топливо, просрал мой танк. За такой вот, за такую хуйню надо, блин, просто уши отрезать. Кто там еще опять? Какой козел? А, вон. Давай мне танк сюда. Наконец-то, блин. И, конечно же, он его... Да не место стрелка, блин. Вести его. Обидно просто. 140 нефти и один танк. Просто тупо потому, что он полетел не с той стороны. Совсем, что ли, идиот? Реально, полетел туда, куда... А, так вот он стоит. Это мой танк? Стоит? Чё, правда? Спасибо. Так. Да блин. Отлично. Да что ты какой? Наконец-то. Ну, вроде все. Так, здесь у нас есть... ПВОшка, да? Так, давай-ка вот здесь вот посмотрим. Блин. Так, украсть топливо, да, обязательно. Только сделай одолжение, не лети оттуда.
А, слава богу, полетел правильно. Отлично. Хотя бы... А, сейчас его собьют. Ну, фиксим. Главное, что ресурсы он уже собрал, так что насрать. Что ты там все пищишь? Ух ты, это чё? Противотанковая. Идиот. Окей. Так, где-то тут был танк. Идиот. Ну реально, идиот. Great, another tank. О, и он даже 100% хороший. Поехали дальше, поехали дальше. Обидно. Так, здесь что-то есть. Отлично. Вражеский танк — это всегда хорошо. Экономия ресурсов. Да ладно, еще один. Все, пиздец. К сожалению. А, чертова скорпиона, да? Где эта хрень? Ух, елки-палки. Все понятно. Да, елки-палки, надоели. Да стреляй ты, блин. Чё там? Ага.
РПГшек у меня нет. Это, кстати, не очень хорошо. Где ты там? Венесуэла, вива ему. Так, давай вот сюда вот танк пригони мне, пожалуйста. Только не со стороны. Блин, собьют. Ой, блин, сукин ты сын, ну что ж ты какой? А, во. Он все-таки остался. Действительно, он его сбрасывает, не дойдя до места. Понятно. Нормально. Ну, штихи, пошли. Поговорим. Готово. Кто там? Норм? Нифига не норм. Да где я тут из-за этого огня не вижу? Твою мать! Какой нафиг RPG? Да где? Да где? Ай! Да блин, вот езжай ты, твою мать. Вообще не вижу ни жопы. Наконец-то. Блин, ты посмотри. Где ты там, тварь? RPG-шная. Да блин, ну выйдет это, ну пожалуйста, ну. Он здесь застрял, короче. В трех соснах, блин. Ой, ну наконец-то ты выехал. Я уж думал, этого никогда не случится.
Окей. Я просто все буду выносить. Пусть Солана боится меня. Так, мост зачистили. Готово. Что у вас тут еще есть? Ну да, еще далеко. Ты, надеюсь, не хочешь меня бить? Нет? Хочешь? Давай попробуй. Попробуй. Он попробовал, у него получилось, кстати. Надо же. Козлина. Отходим. Так, скорпион-то я тут размочалил ведь, да? Это печально. Что там? Кто там еще? Ты еще живой? Надо было убежать, мужик. Зря ты решил в одиночку. Так, по-моему, здесь есть скорпион, насколько я помню. Да, вот он стоит. Ну что ж, иди сюда. Иди сюда. Где ты там? Вот он, да? Окей. Мне, пожалуйста, еще один танк. Пригодится. Ooh, a tank so expensive and so easy to hijack. И поехали дальше. Ой, елки-палки. Так вот не так. Нормально. Вроде проходим. Единственное, что я не знаю, у меня танков хватит. Ой, да идите нафиг, короче.
Так, одну из этих, чтобы был бум. Нормально. Нормально. Так, я вижу. Да, я вижу вражеский танк. Окей. Так, ну-ка, где тут танчик? Мой будет танчик. Что там, кто там стреляет еще? Слушай, а что там это? А кто стреляет ракетами? Вот что. Ах ты тварь! Еще один вертолет приехал. Ну что, с меня, конечно, порешат. Ну да, твою мать. Вертолет это неожиданно. Немножко. Так, кстати, тут что-то какая-то... Вроде еще танк есть. Окей. Ну, как-то так. Очень зря ты, конечно. Зря он на... Да, блин. На линии огня встал так. Короче, не будем фигней страдать. Просто из этих казарм, насколько я знаю, респаются противники, поэтому их лучше уничтожать. Чтоб они не мешали. Где? Где ты нашел? Нашла танк, вернее. А, вон он. Понял. Ну, вроде норм. Блин! Сука, ты что это за хрень такая была там? Такая. Идиот.
Ну попробуй меня здесь возьми. Не сможешь? Я знаю, что не сможешь. Это было противотанковое ружье, походу, да? Ну я здесь подожду, посмотрю. Долго мы проходим, конечно. Да, противотанковое ружье, блин, зараза. Хороший был танчик. Так, а давайте-ка мы анаконду фиганем. Вот мне хочется на анаконде полетать. Так, транспорт. Истребитель танков у меня, кстати, есть один. Вместо бомбардировки. Давайте одну из них кинем. Вот она, анаконда. One helicopter delivered, one pilot hoofing it back to the villa. Иди, иди. Есть эти твари. Понял. Черт. Ну да. Скорпионов тут нафигачили, а? Ух, ёлки-палки. А кто стреляет? Ай! Давай, 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 давай! Убей, 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 убей. Боеприпасы мне, наверное, нужны уже. Так, надо здесь вот. О, там еще один есть скорпион. Да. Что-то как-то... Нет, анаконда не очень. Анаконда не очень в плане того, что... Ну, вроде норм. Здесь уже... А, нет, вон там кто-то едет. Да ты чё не попадаешь-то, ну?
Окей. Ну, допустим. Нам нужен еще один танк. Больше не буду анаком. О, блин, да как так недоступно, ну. Чё ты трындишь мне тут не о том? Кто там ещё? Блин! Да вы откуда здесь берётесь, а? Нет, а посмотри на них, а? Вот придурки два. Откуда нарисовались, не совсем понятно. Вообще. Надо будет потом возвращаться этот, топливо пиздить, что называется. Экс. Не, просто так. Мне так по кайфу. Ой, блин. Очень нехорошо. Это с вашей стороны. Да как так? Допустим. Здесь ничего не осталось? Ничего не осталось. Окей. Посмотрим, что там у вас еще есть. А это я, похоже, приехал туда, куда надо, да? Так, здесь есть у меня друзья. Вот так вот, по крайней мере, сделаем. Кто там стреляет? Ну ладно, они ничего не могут сделать на самом деле. Пойдем еще этого разрушим. Так, вот где-то здесь оно, да? Это фигня. Скорпион, понимаешь? Все? Больше не хотите? Вроде больше не хотят. Слышь? Рэмбо, блин. С автоматом против танка. Так, по-моему, вот оно, да? Ну да. Hey,
Кто там стреляет, а? Снайпер какой-то нахрен. Реально снайпер. Regular bunker busters. We need a nuke, a nuclear bunker buster. Ah. No one in Venezuela has anything like a nuclear bunker buster. Only the Americans in China ever made them. Wait, I'm picking up. We're under attack, Misa. Fiona, report. We're under attack. Carlina troops are moving in. Fiona, I'm on my way. I have an attack chopper inbound on your position. More nuts for me to swat, Solano. Evade the VC forces and get back to the PMC before it's too late.